Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка посылочек, всего лишь 5 штук. Но также помимо этого мы проведем конкурс на 200 рублей. Условия расскажу немножко позже. А сразу мы открываем первую посылочку и будем смотреть, что же к нам приехало. Так, провода. Какая-то для газонокосилки такой чувство. Провод. Все, мешок пустой. В сторонку. Здесь имеется вот такой какой-то блочок для батареек. И также кусочек провода. И здесь у нас это все подключается. Провод очень мягенький-мягенький. Эта штуковина предназначена для того, чтобы украсить какой-то элемент одежды или интерьер. Она должна как-то светиться. Сейчас это все посмотрим, проверим. Уже успел побаловаться вот с этой леской, так сказать. И мне эта штука очень сильно понравилась. Жалко, что я не занимаюсь танцами. Смотрите. Имеется три режима. Режим постоянного горения, свечения. Второй режим и постоянное мерцание, третий режим. Вот этот сам блочок как-то нудно очень сильно пищит. Это немножко раздражает. Так, отключить. Но сама вещь очень достойная и очень годная. Мне понравилось. В следующей посылке у нас находятся вот такие держатели для телефонов. Автомобильная здесь имеется, транспортировочная пленочка. Снимаете ее, крепите где-то на лобовое стекло. Конечно, можете и на боковое, если вам захочется. Короче, держатель, в принципе, достойная штуковина. Вот присосался к табуретке. Телефон очень-очень крепко держится, нигде ничего не болтается. Я думаю, достойное решение для нескольких проблем. Если вы хотите на кухне смотреть, что-то на телефоне установили и смотрите. Ну и, естественно, как держатель для смартфона в автомобиль. Это его первоначальная функция. Хорошая штука, могу рекомендовать. В следующей посылке у нас лежит вот такой вот коробок для, ну, наверное, для телефона в первую очередь. Здесь имеется вот такой мягкий поролоновый уплотнитель, похож на шумоизоляцию в студиях звукозаписи. И этот короб должен что-то защищать. Ну, к сожалению, я даже проверить не знаю, каким образом, что он должен защищать. Хотя, если честно, есть один вариант. Имеется у меня два перепелиных яичка, вот этот бокс. Обычное яйцо сюда не влезет, поэтому приходится тестить на перепелиных. Так, укладываем одно, второе, бокс закрываем. Так, ахалай-махалай, ну вот здесь где-то метр высоты приблизительно. Бросаем. Так, ну что, давайте смотреть, что. Чехол целый, в принципе, остался. Упал на деревянный пол. Никакого ни бетона, ничего. И что мы имеем? Наши два яичка абсолютно целые. Ничего с ними не случилось, они не разбились. Ну, единственное, наверное, если вы будете укладывать сюда какую-то плату, винчестер там или какой-то телефон, я не знаю, сотрясение внутренности, если будет происходить, но сам экран, я думаю, ну, по прочности, наверное, все-таки как яйцо. Ну, а давайте теперь подбросим под потолок и пусть он упадет. Ну, потолок где-то у меня 2,30. Поехали!
приземлился. Открываем. Что, получим яичницу или нет? Одно целое, второе тоже целое. Вы знаете, это годный товар. По крайней мере, для таких случаев, когда вам надо где-то подбросить яйца в воздух, чтобы они упали и остались целыми, эта штуковина однозначно вам пригодится. У нее есть две петельки для подвешивания. То есть вы можете шнурок подвесить где-то на шею, да куда угодно, в принципе, насколько позволяет вам фантазия. Так, ну и теперь, естественно, скажу вам размер этой штуковины. Общий размер. Так, в этой посылке у нас находится вот такая новогодняя мишура, или как она там правильно называется. Где-то метра, наверное, два у нее длина, да, около 2 метров. Ну, качество исполнения, я бы сказал, так себе, на троечку по пятибалльной системе. Она вся какая-то такая реденькая. Внутри продета металлическая проволока. Да, достаточно острая такая на концах. И вокруг нее запутана эта фигня. Ну, если таких гирлянд, в принципе, повесить на елку много, ну или где там украшения, то, может быть, будет смотреться неплохо. Но по факту, не знаю. Ну, очень печально, очень скудно смотрится. Какая-то полуоблезлая. Такая бомж-версия новогоднего праздника. Наверное, все-таки не советую я вам эту шнягу покупать. Так, и здесь у нас на сегодня последняя посылочка. Так, не расфигачить себе палец очередной или что-нибудь еще. Но здесь я чувствую, что находится какая-то вещь, поэтому надо открывать очень нежно. Пока не достали посылку из пакета, хочу сказать, что победитель предыдущей распаковки отказался от розыгрыша, отказался от приза, и поэтому этот приз переходит в этот конкурс, в это видео. Получается общая сумма 200 рублей, но одним из условий надо составить предложение с фразой «Изучайте психологию». Также быть подписчиком моего канала, поставить лайк на это видео. А теперь смотрим, что же приехало в этой посылочке. И здесь у нас находится, как я сказал, вещичка. Даже две вещички. Вот с такими вот пингвинчиками. Здесь у нас штанишки. Так, что-то они послипались. На ощупь качество приятное. Это у нас пижама. Ну, покупали для девочки, для дочки. Запаха абсолютно никакого не имеет. Прошито. В принципе, все ровно. Ну, есть немножко торчащих ниток. Не проблема. Так, имеется надпись 4 года, 100% хлопок, Made in China. И здесь у нас вот такая кофточка. Также из этого комплекта. По качеству абсолютно все то же самое. Ну, единственное, что здесь вот на вороте... А, это нитки. Нет, вот есть все-таки одна торчащая какая-то ниточка. И также надпись 4 года, 100% хлопок. Так, все ссылки на товары вы увидите внизу под видео. Обязательно ставьте лайки для участия в конкурсе. Подписывайтесь на мой канал. Пишите предложение с фразой, которую я назвал чуть раньше. Приз 200 российских рублей. Не забываем. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.